меня зовут Антон, я помощник Александра Шубина из Пресса. Прежде всего, хотелось бы передать от него искреннее поздравление с Днем Победы, с этим прекрасным большим праздником, святейшим праздником для нашей страны. Передать вам огромный привет, низкий поклон, сказать, что мы, как всегда, вместе с вами празднуем этот праздник. Вы знаете, в нашем округе осталось очень мало ветеранов живых. Это в этом году буквально 97 человек участников боевых действий. Вы знаете, округ у нас очень большой, от Фрунзовки, Захаревка, она сегодня называется, это почти 150 километров от Одессы, до города Южного на юге нашей области. И, к сожалению, еще несколько лет назад этих людей было в 3 раза больше. Сегодня их очень мало. Я знаю, что в поселке Шевченко проживает 4 участника боевых действий. Сегодня мы подготовили для них небольшую материальную помощь и открытки поздравительные. Обязательно после окончания митинга мы с Татьяной Ивановной, с председателем ветеранской организации, поедем и поздравим наших героев. И, конечно, очень приятно, что среди вас есть школьники, что молодое поколение учится такому, знаете, настоящему патриотизму. Патриотизм, он в чем заключается? Любить и уважать, учтить историю своей Родины. Поэтому спасибо вам, что вы есть. И с праздником всех. Давайте возложим цветы. Спасибо.